День добрый, друзья. Сегодня начинаю наш розыгрыш в честь 23 февраля, в честь мужчин. Вот. До этого были опросы, как провести. Решили, что каждое призовое место одна форма. Вот так и сделали. Взяли 20 призовых форм, создали альбом. В этом альбоме они, ссылка там есть. И выложили сюда. Тот, кто будет розыгрыш пройдет среди 30 участников. 10 человек останутся в запасе, как всегда. Будет дело сделано по поделившимся по репосту, которые, да. Ну вот эта группа на ссылку дали только члены группы. Ну а правила, вот они. Вот, ну, должны были читать, вот по программе проводится это. То, что ребята здесь написали, это все ерунда. Значит, кто попадет в список, первая двадцатка сразу открывает альбом розыгрышей и выбирает того формы, которая ему нравится, и тут пишет: я беру, я что-то, вот, ну, что-нибудь. Второй, тут не должен писать, если человек зашел, увидел, что он занят, все, занят, ничего не пишет здесь. Значит, вот таким образом проводится, значит, вот, видишь, тут уже меня, оказывается, выбрали. Я сейчас еще раз увижу, так и выбрали. Сразу черный список отправлю. Кто это такой шустрый, блядь? Объяснили же, нельзя. Выбрал. Ты победи, что там выиграли еще что-то. Жалю дали, а то сразу в черный бы отправили. Поумнее было бы. Сейчас я все проверю, чтобы таких косяков не было. Все, значит, с нуля проверять. Вот создали мне геймер. Выбрали уже. Прикинь, если я его не заметил, оставил тут, была бы каша. Выиграл и все. Поставил, выбрал, блядь. Я не заметил даже, кто поругался бы. Надо. Умники. Только обязательно надо писать. Я сейчас проверю, никого нету. Но вот здесь больно хочу восстановить, блин. Все чисто. Так, здесь чисто. Значит, по программе, вот ссылку забыл, поделиться с друзьями, 30 участников, только члены группы. Правила уже знаете, правила написаны. Выбрали, если кто-то не заметил, не захотел участвовать, отказался, в течение 2 дней, что, если кто-то отказался, через 2 дня эти ходы, право переходит оставшимся 10 человек, которые в резерве сидят. Только вот так. Значит, это на то, что второй раз розыгрыш не сделали. Ну, пошли дальше, посмотрим, кто побеждает. Всех буду проверять. Участников 45. Всех буду проверять. Ну, по-любому будут они в группе. Репост должен быть не ниже 3-го места. Если дальше где-то, все вылетает. Давайте
узнаем победителей. Тут мало людей. Вот все, почти все люди, очень многие у нас что-то покупали. Очень многие люди. Ребята, поздравляю всех вас с 23 февралем. Вот я попал сюда, значит, я отсюда вылетаю. Сергей Золотухин здесь, мой хороший. Я вылетаю, значит, из первой... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Не, я даже в список не попадаю. Я в запасе. Сергей тоже в запасе. Ну вот. Так, друзья, поздравляю всех победителей. Сейчас... Будем проверять. Сейчас будем проверять. Есть репост. Если босс Апулина, знаю, есть он наш, пацан постоянно что-то покупает. Если пост, значит, два это. Сашин, тоже наш пацан, третий. Есть репост. Тихонов. Ну, должно быть репост, так как раз, два, остался. Повезло тебе, Тихонов. На третьем месте висит она. Раз, два. Это что? Два. Не. Повезло тебе тоже. Так, Алексей Тихонов. Александр Ефимов. Тоже пацан рыбак. Есть репост. Александр Ефимов. Алексей Иванов. Есть репост. Тоже поздравляю. Значит, Анна Сагакрыгурцев. Посмотрим, что Анна. Анна тоже есть репост. Анна-то. Ну, смотрите, в прошлом розыгрыше было. Вроде везде розыгрыше, но... И у нас постоянно. Почему не пойму? Анечка, я хочу тебе сказать, чтобы у тебя, я так понимаю, только эта анкета. Только розыгрыши. И я ничего не вижу, связано с рыбалкой. И в прошлый раз ты была здесь. Вот. Маникюры, педикюры, игрушки, лавочки, цветы. Моя хорошая, я тебе отказываю. Призе, так как он где-то только для того, чтобы припаснуть и получить что-то.
Извини меня, ты не проходишь. Значит, дальше Стефан Струков. Стефан тоже вроде покупал что-то у нас. Да, есть репост. Есть репост. Есть пацан, есть сани, есть лунки, есть рыбалка. Ты проходишь. Валерий Капустин. Рыбак однозначно, первое место. Проходишь. Валерий Капустин. Игорь Уткин. Где-то здесь уже должно быть хватит. А есть приманка. Томск. Есть репост. Рыбак однозначно занимается. И грузило есть, и это есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять, да? И грудки. Ну, Решеткин это точно есть. Стопудово наш, знаю я. 12. Михаил Григоревский. Ты только Новосибирск. Группа Сибирский спиннинг. Человек коптит, живет, вот рыбачит. В воде тащится. Рыбка есть. Рыбак, моряк, хорошо рыбачить, молодец. Так, раз, два, есть. Ты тоже проходишь, Михаил Георгиевский. Значит, где дальше? Шуклин, есть. Давно я его у нас не видел, победил, поздравляю. Есть репост. Шуклин. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Игорь Егоров последний. Посмотрим. Лодка есть, хорошая лодка, хорошая вода. Киров, репост есть. Поздравляю тебя тоже, мой хороший. Так. Иван Неделько. О, недавно он у нас покупал тоже. Знаю пацана. Есть репост. Есть. Проходит Иван, поздравляю. Иван Неделько. Алексей Седов. Значит, Седов, раз, есть репост, в втором месте. Тебе тоже поздравляю, дети, очень молодец, хорошее дело. Вот. Денис Кибакин, мой хороший, ты как? Ты, о, на лимчике наши. Налимчики, форма, есть, репост есть, и форма есть, и налимчики не. Уважуха тебе. И Алексей Коченков, Алексей Коченков. Так, тут что, форма, опять призы, ну, на третьем месте. Репост. Наши, да. Раз, два, три. Ты тоже проходишь, Алексей Коченков. Так, дальше кто?
Сергей Николаев. Приманки есть. Репост наш есть. Поздравляю. Ты тоже прошел, Сергей Николаев. Это сколько стало? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. Сергей Николаев. Игорь Егоров, 20. И сейчас 21-го посмотрим, кто. 21-й. Опа, рыба есть. Рыбу ловит, конкурс. Есть, репост есть. Поздравляю, мой хороший. Ты 20-й. Игорь Егоров. Потом, вот вместо той девочки, которая выходит, сразу сейчас я подключаю туда Виталия Корнева. Я вылетаю автоматом, я не буду участвовать. Я сейчас вот Виталий Корнев последний, 21-й. А та девушка вылетает с конкурса. Виталий, сейчас посмотрим, участвуешь или нет. Ну, грамоты какие есть, розыгрыш в форме есть, и наш розыгрыш тоже есть, и серьезно занимается, наверное. Не вижу, какими, но... И тебе поздравляю, Виталий, ты прошел. Вот. А я... Я не прохожу как этот администратор. Кто-то, если вот среди всех откажется, по очереди проходит после меня. Друзья, вот с этим объявляем. Вот сейчас объявим это в группе. Опубликуем это все в группе. И вы сразу можете зайти в тот альбом, где вот фотографии, понравившие вам, написать, что вы выбираете ту или иную форму. Значит, поздравляю и поделиться, наверное, поделиться, рассказать. Рассказать, наверное, чтобы в группе был и поделиться и отправить, наверное. Что-то давно не сделал. Никуда она ушла. Никуда она ушла. Она должна быть здесь. Она должна быть в начале группы. Сейчас обновим страничку, посмотрим. Почему-то не пришла. Она пришла в мою. Почему-то она пришла в мою страничку. Чудо, я запарился, ребят.
Так. Поделите на стене. Поделите выбранное время. Сейчас посмотрим. Она должна быть здесь. И что за хрень? Карен! Сука, кизо сярку хрестно снимать, ты бля, нормально. Тут. Я вообще не знаю, куда нажать, блядь, чтоб сохранить список. Куда нажать, чтобы сохранить этот список? Нет, это однозначно не здесь, это однозначно не то. Ну. Это однозначно не то. Как его сохранить на это? На страницу. Рассказать это идет на мою страничку. Поделиться как? Поделиться с кем? Как группу отправить его? Ну это на моей странице пришло. Что пришло, хрен его знает. Я не знаю. Тогда спрашивали отправить на... Рассказать, и куда пошел рассказать, бля? Ничего, бля. Гордон, поздравляю. И куда ушла она? Поделиться на сроки, пожаловаться, удалить начало. Что? Куда кинуть? Ну вот это есть. Что за хрен? Показать оригинал. Когда-то она спрашивала, как отправить
группу, на страницу, на ленту. Говорили, да, вот она отправили прямо на ленту. А то что? А тут куда отправить? Что делать там? Стефан Стрелков. Денис Кибаки. Сергей за Матухой. Четыре. Все. Друзья, одним словом, я не знаю, как его отправить, чтобы вот этот список был напечатан. Чтобы этот список был напечатан, добавить в главное меню, поделиться, настройки, пожаловаться, удалить. Чтобы вот этот список был... Сейчас оно другое уйдет туда. Приложение. Поделиться приложением. Нахрена приложение мне поделиться? Где приложение? Где поделиться? Да она должна была выйти все сюда. Друзья, я не знаю, почему вот так получился. Значит, я сделал скриншот по порядку. Вот, Анна Сигай, она вылетает отсюда. И
Виталий Корнев, 21-й, заходит туда. Я не участвую, после меня все участники резервисты. А как его сделать, чтобы она ушла на страницу, я не понимаю. Что мысли? Ну, будем кидать фотографии, посмотрим, что получится.